танцую я 10 лет. По стилям я преподаю латиноамериканские танцы, я преподаю стрип-пластику, го-го, я преподаю силовой фитнес и многие другие направления. Если эти тренировки будут раза 3 в неделю, то достаточно будет 4 месяцев. 5. В силовом фитнесе чем мы занимаемся? Мы занимаемся своей физической формой. Мы сжигаем жир и докачиваем те части тела, которые нам нужны, чтобы мы были пропорционально здоровы. Брать с собой подружку, друга и идти вместе проводить. Я бы занималась бизнесом отца, строила бы дома. Мой отец был категорически против лечения в другом хореографическом учреждении. Особо я не выступала, потому что после очень такого для меня самого страшного молодые годы жизни, случая, когда я училась в колледже, мы шоу-балетом выступали. Посреди выступления на где-то номере третьем выключилась музыка, врубился свет, пошел папа, снял меня при всех со сцены, с этих пол, для меня сцена была закрыта. Как душе захотелось, так и занимайся. С любого возраста. Ну, с лет 15, так точно.